Друзья, всем привет! Сегодня 1 ноября, и мы будем закрывать наш виноград. Вот этот виноград мы закрывать не будем, это винный виноград. Мы его просто обрежем. И вот начнем лозу обрезать, и боковые побеги все обрежем, и основную лозу оставим. Вот на этом виноград так и оставим. Друзья, ну вот обрезал я виноград. Вот эта винная лоза у меня, вот она такая вот, самая толстая вот в этом месте, вот она такая. Ей лет, наверное, 7-8. Мы его не укрываем, просто обрезаем. Если он вымерзает, то основание вот то остается, он отходит опять. Это сорт Изабелла называется винный. Мы его не укрываем. Обрезали и все. На этом. Вот, так вот. Вот такая вот лоза. Один раз. Все. Все. Помощник пришел копать огород. Друзья, ну вот это у нас виноград показывает. Виноград двухлетний. Супруга купила в этом году. Мы его сильно не обрезаем, вот так вот, и я накрываю, так как мы жили в Киргизии, как мы там накрывали виноград простой дедовским простым методом. Просто мы сейчас я вот эту освобожу того же, чтобы почки аккуратно не по это, и все вот так вот. Вот она лоза. Укладываем мы ее на землю и накрываем шифером и прикапываем. Сейчас накроем и прикопаем. Да, я сильно. Давай, я подержу. Тут еще мне. А я его сейчас вот так согну. Вот. И прикапываем землю. Чесночок такой уже. Этот остался. И со всех сторон прикапываем, чтобы не поступал воздух туда холодный под шифер. Ну и сверху шифера тоже накидаю землю. А вот ноябрь месяц еще малина какая. Уже засохла. Сушеная на зиму. Пять минут и готово. Ну это, конечно, если у вас маленькая лоза, если у вас гектар, то копать замучаешься. У нас, кстати, ну, там в Киргизии их вот или не накрывали, или накрывали вот так. Вот и все. Виноград накрыт. Идем следующий накрывать. Друзья, вот еще один у нас культурный виноград. Один из них мускат называется. Его тоже обрезаем. Хорошие новые вот ветки я пару штук оставлю. Остальное все обрежу. Торчат, если они обморозятся, мы их просто обрежем. Также аналогично все остальное берем и накрываем.
сломается. Ничего не сломается. Вот этому винограду лет 5-6. Это столовый виноград. Это длинная ветка или это обрезано? Да все вот так вот примерно. Сейчас засыплю все землей. Что-то если вдруг, если градусов 35 будет, как подмерзнет. Ну, наверное, с этой стороны поставить. А скорее всего. Смотри, тут глаза торчат. А я сейчас его подтяну. Надо закрыть, а то там глаза сломаются. Сейчас чуть-чуть это, чтобы просто тупо меньше Друзья, вот мы обрезали нашу лозу. Сейчас аналогичным образом накроем шифером и прикопаем. Друзья, ну вот мы накрыли наш виноград. Вот такое получилось укрытие. Здесь у нас столовый виноград, один из которых мускат называется. Вот, вот так мы накрыли шифером и сверху землей. Друзья, всем спасибо. Смотрите наш канал. Канал называется Алексей Логинов. Подписывайтесь, ставьте лайки.